Дело в том, что издания, которые мы выпускаем и в Риге, и в Париже, они распространяются в 40 странах мира. И их покупают в магазинах, их читают, и много писем идет от читателей, начиная от Новой Зеландии, и кончая Канадой, Америки. И вот наша редакция получила много писем, где люди, живущие в разных странах, задавали нам такой вопрос. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот эта трагедия, азербайджано-армянская трагедия вообще, вы можете через свои издания рассказать и ответить нам на вопрос, а кто же виновен в этом? Ну, в Европе я хороших писателей не нашел, потому что читатели требовали следующее. Они говорили, должен ответить не общественный деятель и не журналист, который работает на определенную редакцию, а должен ответить нейтральный писатель. В Европе я таких писателей не нашел. Я приехал в Москву, и здесь с помощью моего друга Рамиса, я не знаю, сегодня он здесь или не здесь, вот, я ему сказал, вот дай мне, пожалуйста, назови фамилию писателя, который сможет что-то написать для нашего журнала, вот именно на эту тему. Итак, мы оказались в гостеприимном доме Чингиса, извините, мы на Западе не привыкли по имени отчества. Я просто так буду. Чингис, ну хорошо, Чингис Гасанович, да, будем так. Вот, мы целый вечер просидели и говорили вообще на разные темы. И в конце я сказал, вот мне нужен материал, ваша точка зрения азербайджанская, вот на эту тему. Попытайтесь что-нибудь написать. Я думал, что человек будет писать очень долго, потому что тема это вообще это страшная тема. Вот. Потом наша редакция получает материал. И когда я прочитал этот материал, а я являюсь как раз главным редактором газеты «Писатели мир» и журнала «Настоящее время», я посмотрел материал и сразу написал в набор. То есть это раньше в советское время так говорили, а сейчас это значит мы запускаем в работу. И вышел наш журнал. И вы знаете, отклики мы получили со всего мира. И посол Армении во Франции разыскал меня и говорит, вот теперь мы дадим слово и армянскому писателю. Вот. Прошло какое-то время, и я получил материал армянского писателя. И когда я сравнил эти два материала, понимаете, получилось что-то с точки зрения литературы не очень совместимое. Азербайджанский автор, он в этом материале предстал как интеллигентный человек, предстал как прекрасный литератор, думающий литератор. А материал армянского автора был, ну, как говорят у вас в России, в общем, игра шла в одни ворота, и это было, в общем-то, желчь, злоба. И, конечно, никакой интеллигентности я там не нашел. Ну, азербайджанский писатель, как я уже сказал, мы опубликовали и в журнале, и в газете. А творчество армянского писателя, ну, до сих пор лежит у нас в портфеле. Прошло уже много месяцев, потому что в таком виде и с такой желчью отвечать нельзя. Надо быть литератором, надо быть писателем,
надо быть интеллигентным и думающим человеком, каким является ваш соотечественник. Ну, реакция была очень большая, особенно была большая реакция в Евросоюзе. Я, кроме того, что возглавляю писательскую организацию всемирную, кроме этого, я еще являюсь вице-президентом Европейской унии культуры и искусств. И даже там, в Евросоюзе, этот материал заметили. И когда вот буквально несколько дней назад я был в Париже и сказал, что вот у этого азербайджанского писателя юбилей, и как-то Евросоюз должен откликнуться, вот, и разговаривал как раз с президентом Европейской унии культуры и искусства, и он сказал, что за выдающиеся заслуги мы выдаем очень интересную грамоту. Она от Евросоюза и от Международной ассоциации писателей и публицистов. И сегодня я эту грамоту хочу вручить нашему уважаемому писателю. Здесь написано на трех языках, в том числе есть и небольшая строчка на русском, так что переводить не надо, но все-таки я скажу. За выдающиеся достижения в области литературы и публицистики. И вот видите эмблема Евросоюза, подпись самого президента Европейской унии культуры и искусств. Эту грамоту я сегодня хочу вручить нашему уважаемому писателю. Спасибо большое. Эпиграфом к всему творчеству Чингиза Гусейнова я поставил бы, наверное, слова Навалиса, которые были сказаны за 80 лет до Ницше. Надо бы гордиться болью, боль есть память о нашем высшем предназначении на земле. Потому что в романах Чингиза Гусейнова прежде смысла, прежде содержания, прежде структур, прежде формы процессов, прежде даже литературного времени и пространства, это пронзительное ощущение боли. И я вспоминаю, с какой болью я читал «Фатали», когда он вышел первый раз. А вот если с чисто музыковедческих моих музыкальных позиций, когда я хочу поностальгировать, я читаю Чингиза Гусейнова как «Муган». То есть вот эта вариантная структура, которая постоянно подвергается импровизационному развитию. Вы знаете, Чингиза Гасановича можно читать теперь с точки зрения той науки, которой я занимаюсь. Занимаюсь я, увы, авангардной радикальной музыкой. И вот с точки зрения этого авангардного радикального структурирования Чингиза Гасановича можно читать, я говорю, поверх смыслов, поверх содержания и поверх даже текстов. То есть любуясь и постоянно храня в себе вот эту работу со словом. Удивительно. Так в Мугаме работают со звуком. Вот это ощущение, с одной стороны, абсолютной мугамной импровизационности, мугамной непредсказуемости и мугамной вариантности. В текстах Чингиза Гусейнова, вот при всех их многослойных, многополярных, многоярусных конструкциях проигрывается все время один и тот же мугамный вариант. У меня такое впечатление, что его тексты можно читать с любой строки, с любой страницы, даже с точки, даже с белого листа. Если вы обратили внимание, в романах Чингиза Гасановича очень много белых пробелов. Вот это чисто мугамные пробелы, когда звук повисает в тишине, а тут слово повисает в тишине. Вот это ощущение мугамности. И с другой стороны, Чингиз Гасанович, на мой взгляд, это самый авангардный писатель в азербайджанской культуре. Потому что то, как он работает со структурой ритма, со структурой слова, со структурой литературного времени и пространства, как он организовывает, как он компонует, как он перетасовывает, как он выстраивает иногда серийные вот такие вербальные ряды, и как это все с точки зрения музыканта подвергается всем алеаторической, то есть импровизационному переструктурированию. Вот это для меня, как для музыканта. То есть я не читаю прозу Чингиза Гасановича как литературное произведение. Для меня это действительно музыка. Вот. И в завершение
Что бы я вынес для себя из всех романов и вообще из всех общений с Чингис Гасановичем? А вот здесь что действительно Ницше. Вы должны говорить враг, а не злодей, больной, а не негодяй, безумец, а не грешник. Вот это соль, это суть для меня романов Чингис Гасановича. Живите долго.